со всеми так. Всем привет. Это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я предоставляю вот такой вот мульчер. Мульчер 4-метровый, ну 3200, да, внутренний захват. Полностью абсолютно новый. Он нигде не работал. Производство Турция. Ножи я вам сейчас покажу, но вот, к сожалению, болты закручены, у меня нет ключа, чтобы раскрутить, чтобы вам именно внутреннюю часть показать, да, здесь вот стоит гайка, получается, антизакрутка. Вот, колеса в складываем режиме, вот, демонстрирую. Ножи абсолютно новые, не использовались ни разу. Вот у нас присутствует в продаже. Мы с удовольствием вам реализуем. Значит, прежде всего, он может агрегатироваться с тракторами от ВОМа. ВОМ работает 540 оборотов. Так, если я не ошибаюсь, можно переставлять его на 1000 оборотов. Так, здесь пометки нет. Я обязательно укажу это все в объявлении, в тексте прям письма. Вот, точно, что от 540 оборотов он может работать. Ну и, соответственно, трехточечная навеска. Тоже обращаю ваше внимание. Да, три точки, то есть он навесной. От 120 лошадиных сил используется, вот мне подсказывают. Вот, и до 150 свободно. То есть 12-21 уже можно смело подключать и работать на нем. Либо любая иномарка. Так что по вашему желанию, вот такой вот абсолютно новая фреза в наличии, в продаже. Производство Турция. Запчасти, соответственно, будут также импортные. Никакого Китая, все турецкое. Колесики, вот, обращаю внимание, новые абсолютно, без использования. Кому необходимо, обращаемся.